Ветераны, труженики тыла, дети войны. Сегодня мы отмечаем великий праздник, 79-я годовщина Великой Победы. Победа действительно великая. Война была очень страшная. И наши деды, прадеды, наши воины шли, защищая нашу землю, наше отечество, чтобы жизнь продолжалась на земле, чтобы никакой фашизм не мог захватить наши земли. И они шли с молитвой, с крестиками. Времена были, конечно, атеистические. В гимнастерке были зашиты крестики с верою, с твердою верою, что мы победим, с молитвою, что наша земля, наша русская православная Русь всегда будет жить вечно. И мы одержали эту великую победу. И всех поздравляю от всего нашего благочиния, от нашего Покровского прихода, всех с этим великим праздником.